преддверии весны в Вологде подвели итоги конкурса «Цветущий зимний город». Церемония награждения прошла на Кремлевской площади в рамках Вологодской масленицы. Дипломы победителей вручил мэр города Сергей Воропанов. Среди победителей – ЖК «Высота», где этой зимой поставили большую елку. У нас была композиция двора, новогодняя тематика, естественно. То есть мы украсили двор, елку большую поставили, то есть снежинки новогодние. Но постарались сделать сказочным двор наш, помогали все жители дома. Был устроен конкурс «Новогодние игрушки». На елке присутствовали игрушки непосредственно созданные руками жителей. В номинации «Новогодняя игрушка» победу одержал детский сад номер 112 «Золотая рыбка». Лучшее новогоднее окно создали в доме ветеранов в Молочном. Также сегодня дипломы победителей получили четвероклассники школы номер 37 и Вологодский вагоноремонтный завод за лучшее новогоднее оформление на территории. А лучшую фотографию новогодней Вологды запечатлела Татьяна Шибаева. Проект «Цветущий зимний город» уже 5 лет подряд проходит в Вологде. В этом году на участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок – более 1400. Ангелина Евстафеева, Мария Кудрякова, Михаил Прищев, Вологда РФ.